Безопаснее будет пойти к домам пешком. Не вздумай, просто не вздумай еще раз вылететь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это как он нас через стену увидел? Интересно мне. Это узнать. И чё вы встали? Может быть, вы пойдете? Нам что, в этот амбар нужно? Вроде круг небольшой остается. Давай. В чем проблема-то? Куда нужно мне идти? Что мне нужно сделать? Да спустись-то с этого долбанного здания. Что мне нужно сделать? Найдите нужный дом ополченцев. Ага. Ага. Вот как оно. Вот так. Нам именно сюда. Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд. Британцы идут. Он, по-моему, в вакууме там вообще находится. Нам еще ехать и ехать. Просто в пустоте, в черной. Спросить дорогу, а зачем? Интересно, зачем? Если там метка уже находится. Пять патрули. Обходим их стороной, естественно. Налево. Я и сам прекрасно знаю, что налево. Я видел метку. Черт возьми. Она палится. Осторожно, здесь могут быть еще разведчики. Она палится постоянно. Так, река. Этого еще не хватало. А как интересно мы... А, ну здесь брод, по-моему. Сюда, Коннор! Стой, стой! Так, пойдем пешком. Надо ехать верхом, Коннор! Окей! Окей, даже лошадь за нами, блин. Идет сама. Осторожно, здесь могут быть еще разведчики. Безопаснее будет пойти к домам пешком. Теперь тебе пешком, да? Ты интересный человек, мать его. Ладно, сходим к этому дому. Там бар какой-то. Видимо, к тому дому нам и нужно было. Этот черт меня и сбил. В смысле, моя великая откровенный. Нет. Вот так. Нам именно сюда. Открывай! Налоговая! А, уже все забрали, ну окей. А идет армия. Yes, sir. Мог бы просто скинуть смс на мобильный. Черт возьми, зачем так париться? Надеюсь, это последнее.
точка, которую нам предстоит посетить, потому что меня задолбало. Там еще и патруль. Что-нибудь узнаете, Конор? Ты сможешь по этой брю... Не смешно, страшно. Короче говоря, брода здесь нет. Здесь есть мост. Там есть патруль. Спасибо! Моя лошадь не подлодка. Или это, мать его, твоя лошадь? Дальше лучше пешком. Окей, надеюсь, здесь домов немного. В принципе, столько же. Сюда? Нет, дом заколочен. Здесь только один дом. Вот он. Нет. А, там внутри что-то есть. Значит, это не тот дом, который нам нужен. Так, нам именно сюда. Ну и морда у нашего индейца. Армия скоро будет. Здесь, мы здесь. Взять их. Скорее, нужно оторваться от них. Так, добраться до Прескота. Задание, время, 2 минуты. Да господи, нас еще и подстрелили, тварь ты, а? Где мой долбанный томагавк или что-нибудь типа того? Томагавк! Томагавк твою... Долбанная система с оружия. Смена оружия. Блин, а эти еще и все офицеры. Ты офигеть просто. И что мне с ними делать, простите? Какая нафиг, какие нахрен 2 минуты? Вы о чем? Я сейчас просто сдохну. Где моя лошадь? Она убежала. Непуганная зараза. Господи, как их вообще убивать в таком количестве? Громила еще подошел. Ну, теперь по башке мне будет бить своей башкой. Покажи мне, на что ты способен. Хорош пощечину давать. Союзник погиб. Отлично. Ладно, у нас теперь шанс переиграть это дерьмовое событие. Заключающееся в том, что у нас лошадь нафиг пострелили просто. Хотя бы сейчас есть шанс оторваться. Уходим скорее. Надеюсь, лошадь-то преодолеет хотя бы вот это вот препятствие. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. А, опять эти утесы. Сюда, Конор! Наша лошадь менее маневрена, чем танк. Или Боинг 747. Безопаснее будет пойти к домам пешком. А мы типа не торопимся, нет? Вот так. Нам именно сюда. Слава богу.
Никого нет дома, уходите. Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет. Что за... Прескотт? Добрый вечер. Сюда идет ты с таким голосом еще и девок ублажаешь? И... Чем ты их ублажаешь, интересно? Сейчас. Вареньем? Слышь, а что у тебя индюк быкует? Что он слишком борзый. Так, доберитесь до дома Хэнкока Кларка в Лексингтоне. В Лексингтон. Дурас, какое название. Хорошо, без проблем. Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Окей, окей. Сколько у тебя там... Не вижу доза. Надеюсь, он цел. Я цел. Я снимаю этот долбанный цикл. Я задолбался. Я даже не удивляюсь, что мой ник здесь упомянут. Такое должно было случиться. Я как-то должен был быть запечатлен в игровой истории. Слава богу, это не Гульман, а Assassin's Creed 3. В нормальную игру еще запихнули. Уезжайте. Сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. А, посрать. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Я хочу поиграть за себя. Полночная скачка. Полная синхронизация должна быть. И это хорошо. Куда нам? Врубите мне долбанный радар. Сюжетное задание в двух шагах. Отлично. Хоть что-то может меня порадовать. Ну что ж, мой приятель уехал со мной. А я тем временем не знаю, что делаю. Ну, армию готовят. Отлично. Лексингтон. 19 апреля 75-го. Не отступать! Стрелять! Только в ответ! А чё они к тебе задницы повернулись? Если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкер! Прочь дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Русы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Моей туши придется обходиться. Стреляйте! Стреляйте! Где мой золотой калаш? Я его с самого начала игры прошу. Предупредите всех! Это... Покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Судя по всему, это оружейник, который потом сделает Барретт. Фирму, вернее, обоснует и сделает кучу оружия с таким названием. Ну вот, начинается война. А я должен за 3 минуты добраться хрен знает куда. Где моя лошадь? Я не пропустил там лошадь? А, все воюют. Отлично. А я на побегушках. Всегда об этом мечтал. Могли бы меня в самый замес отправить. Этот счетчик дико раздражает и заслоняет мне как будто бы пол экрана.